Кирилл, сохраняли сегодня интригу до середины матча. Что скажешь в целом по игре с крыльями Советов? Начали как более-менее. Забили первыми, повезло. Вот. Потом два ненужных удаления, 5-3. И это сказало игру. Потом сразу же пропустили шайбу. И уже совсем перевернулось все. После этого еще одну пропустили. И не смогли силы набрать, чтобы как-то сохранить, удержать, забить еще. В декабре дважды одержали победу над этим соперником в гостях. Что сегодня конкретно пошло не так? Я думаю, что удаление 5-3. Сразу же это потратили много сил на это. Еще и пропустили обидную шайбу. И я думаю, все пошло и поехало с этого момента. У крыльев Советов 5 поражений подряд. Насколько опасно играть против команды, у которой серия неудач? И учитывали ли этот фактор? Конечно, учитывали. Всегда против таких команд очень тревожно играть. Не знаем, что от них ожидать. Но мы тоже хорошо готовились. И позитивный момент сегодня в игре. Твой кистевой бросок на 25-й минуте вывел нашу команду вперед. Расскажи, как забивал. Отдали хороший пас, закрыли вратаря, оставалось только попасть в ворота. В 3 недели мы не играли дома, сегодня были наши болельщики, которые соскучились по хоккею, по нашей атмосфере. Давай что-нибудь скажем им. Спасибо большое болельщикам, что пришли, что поддерживали нас до конца. Очень это ценим и ждем на следующих матчах. Спасибо. Спасибо.